Друзья, всех рад приветствовать, мы находимся на первом сервере МТА Провинция, и сейчас время у нас 17:00 по московскому времени, но всего лишь один администратор, что самое интересное, уже два, но в любом случае, для забитого сервера это мало, поэтому сейчас я ребятам буду помогать, уже, ребята, не мешать, как во многие разы, когда их по 10 человек сидит, а именно помогать, хотя репорт все равно будет, наверное, ломиться, но в любом случае, думаю, можно будет записать вот такую вот серию, и все-таки помощь хотя бы от нас какая-то, но в данном случае будет. Так, номер РП вождения, сразу же 473 ID. Начнем контролировать. Согласен. Сейчас он должен, по идее, сразу же взять и вызвать кого? Сумники ДТП, смотри, проехали мимо. Вот, или там полиция, да, проехала. Мы могли остановить, сказать: человек, так, срочно, пожалуйста, паркуйтесь на обочине, потому что вы нарушаете. Ну, а что, он задним ходом пытается доехать до конца, он мешает. Он сейчас очень сильно мешает. Поэтому, скорее всего, действительно, друзья, нужно его будет, скорее всего, кикнуть. Потому что сейчас он должен, по идее, свернуть на обочину и вызвать эвакуатор, но он этого не делает. Он пытается ехать, он пытается давать задний ход, поэтому, друзья, мы его кикаем. Видите, машина, например, едет, она не может проехать, сигналит ему, посмотрите. То есть здесь явная помеха, Зиловец раздавил просто мотоциклиста, все, кикаем. Кикаем за помеху, и, друзья... Кто? Привет. Хорошо, первому передаю привет. Итак, Дмитрий Амиланов оказался самый быстрый. Привет. И всем, друзья, всем, кто сейчас себя видит, всем огромнейший привет. Еще подключился к нам администратор один. 549-й АФК мешает. Где у нас он мешает? Он стоит у нас просто в комнатке. Ну, в принципе, я не вижу помех. Скорее всего, он ушел, может быть, на минуту. Поэтому давайте его оставим пока что. 549-го, если что, через 2 минуты возвратимся. Если он не будет работать, то кикнем, понятное дело. Потому что сервер забит, места нужны. 620, слушайте, ребят, репорт разрывается, действительно, 620, но НРП езда, давайте же посмотрим, он, наверное, обогнал, скорее всего, какой-то из троллейбуса, да, поэтому считается НРПшным, и, наверное, сейчас еще проедет на красный. Красный свет проезда нет, куда ты, да, действительно, смотрите, просто взял, проехал, повернул, слушай, а быстро ездит, ну, научился уже ездить, я смотрю, но абсолютно не реагирует на сигнал светофора, и за проезд на красный сигнал, конечно же, предусмотрен кик, давайте действовать по правилам, да, действительно, то есть есть кик, мы его кикаем, не просто так на него написали жалобу, потому что, скорее всего, он уже что-то нарушил, кого-то, видимо, обогнал, где-то, видимо, проехал. Давайте, ладно, еще один светофор посмотрим. Вообще, скорее всего, забираются в данном случае права на троллейбус, но я буду кикать, ладно, потому что я команду вообще сам не помню. И поэтому, я думаю, достаточно будет у меня хотя бы кика, уж не буду я лишать игроков такой возможности. Все, проезжает спокойно на красный, наплевать ему на это. Кикаем, замечательно. Как обычно, друзья, вот постоянно, как я не зайду, очереди. И такие гигантские, все хотят служить, все хотят помогать. Но я надеюсь, что помогать, а не бить бомжей дубинками, очень на это надеюсь. 296-й АФК, где он у нас находится, непонятно. А, он в трамвае сидит. Network Trouble внезапно, пожалуйста, отпусти меня. Отпусти меня, Trouble Police. Я не хочу умирать. Нет, залагало все. Выбило, слушайте, это только у меня выбило, интересно. Соединение с сервером потеряно. Все, меня заблокировали, друзья, меня заблокировали навсегда. Друзья, говорят, что частая проблема, сервера просто не выдерживают, причем все. Вы посмотрите, только что перед вами отключились все сервера. Надеюсь, что разработчики перейдут на новое какое-то оборудование. Ну, наверное, не просто так, да, пишут о том, что постоянные сбои какие-то. Но я в первый раз вижу, честно говоря, вот такое, чтобы все сервера отключились одновременно, и получается, мы сейчас будем заново заходить. Зато теперь с чистого листа, продолжаем админ будни и посмотрим, кто же сделает первое нарушение. Сейчас игроки должны еще с друг другом начать взаимодействовать, сейчас все выходит, получается, с квартир, посмотрите, выбежали из квартир, из домов, все только что зашли, друзья, это рождение провинции, открытие провинции, можно сказать, открытие сервера, смотрите. Сколько народу выходит из своих квартир, это центр, понятное дело, но, конечно, я думаю, есть еще и другие дворы, другие дома, где еще больше народу. Но в основном люди, смотрите, идут пешком. Скорее всего, понятное дело, что машины они оставили на дороге, да, где-нибудь ехали. И понятное дело, что им остается только пешком и бежать, потому что у подъезда машин не стоит. Вот что интересно. Слушайте, ну интересная ситуация на самом деле. И толпа просто, я со всеми тоже за компанию решил тоже побежать. Ну, у меня и так машины нету, да, конечно, я могу создать. Но ладно, я вместе с вами, друзья, я вместе с вами побегу. И такси сейчас не вызвать, этих таксистов нет. Сейчас все бегут, получается, устраиваться на такси, бегут устраиваться автомеханиками. Сервер начинает новую жизнь с нуля. Технические работы, не паникуйте, пожалуйста. Друзья, когда сервер выключился, трамваи остались на путях. После того, как сервер перезагрузился, они остались, то есть выбило игроков, а сервер сам, получается, не перезагрузился, и все эти трамваи сейчас находятся на путях города Приволжска. И наша задача, друзья, с вами сейчас проследовать по путям вот этим трамвайным и полную зачистку
устроить. Большинство игроков, которые сейчас ждут трамвая, они их не видят, потому что большинство из них находятся на этих путях и просто стоят. И мы сейчас с вами, получается, будем их телепортировать. Вот, я вижу вдалеке один. Мы будем с вами их, соответственно, телепортировать. И выходит, конечно же, кто-то на них тут же будет садиться. Итак, у нас, друзья, первый трамвай 408 ID. Отлично, все, исчезает, все замечательно. Трамвайчиков очень много, репорт флудится, но мы решили не ждать жалоб, да, в репорт, а просто пролететь над путями. Кто-то летит сейчас над Мирным, да, смотрит, а мы с вами вот в Приволжске. Но пока что больше, я вроде уже половину пролетел. О, есть, 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 у строчки у нас есть еще один трамвайчик, это уже второй получается по счету. И тоже стоит, кто-то здесь ехал в этот момент, когда сервер вылетел. И его мы сейчас вернем на место в депо. 393-й, пожалуйста, лети, освободили. Еще один, это у нас уже второй. Так, на перекресточке, ого, они перекрывают движение даже, ничего себе. Сквозь проехал, это как так, а? Видимо, у него его не видно, скорее всего. Это у нас 400-й ID и 404-й. Сейчас все исправим. Пожалуйста, первого нету. И второй наполовину у нас пропадает. И второго тоже нет, замечательно. Надо мне сигналить, дальнобойщик, я тебе тут помогаю, чтобы ты ездил беспрепятственно, а ты мне сигналишь. И получается уже 4, друзья, по пути мы 4 трамвая кикнули, еще один, да? Это как будто игроки прям, как будто мы игроков кикаем, но освобождаем. Освобождаем пути, и у нас 5-й трамвай. 386-й. Окейушки, замечательно. Так, еще один. Это уже 6-й, а нет, здесь у нас получается есть. Ага, здесь у нас сидит водитель, а вот следующий сквозь, ничего себе проезжает, обалдеть. Ну, в принципе, не будем наказывать, не будем наказывать за то, что он сквозь проехал, он все-таки просто стоял здесь, поэтому 395-й тоже освобождаем с путей. Отлично, все, пропадай, замечательно. И теперь, друзья, получается, мы летим, нам нужно, получается, еще в ту сторону слетать. И в той стороне есть. Ну ладно, слетаем на всякий случай. Вдруг все-таки у нас там тоже стоят они. И, по-моему, друзья, по-моему, здесь ничегошеньки нету. По-моему, да, друзья, к сожалению, мы зря летали. Но, в принципе, лучше проверить. Лучше, конечно же, проверить, чем потом они здесь будут стоять и мешать проезжать. Поэтому возвращаемся обратно и уже следуем, соответственно, до депо. Смотрим там. Вот он, друзья, вот он. Кто-то взял тот самый трамвай, который мы освободили. И, скорее всего, поехал. Ну все, друзья, получается все. Мы зачистили Приволжск. Отлично. Вот это, друзья, интересно, вот что входит в работу администрации, но это правда происходит только тогда, когда сервер перезагружается, имеется в виду выключается, но он не полностью получается выключился, если трамваи остались, да, то есть полной перезагрузки не было, видимо, просто игроков выбило. И, собственно, все осталось на своих местах. 333-й Эшкере сказал. Слушай, ну вроде бы Эшкере у нас не является каким-то оскорблением, либо матерным словом. Поэтому я думаю, что можно этот момент пропустить. 144-й не хочет вести. Так, давайте-ка посмотрим. У нас здесь бомжик везет пассажира. Вы обязаны. Конечно, конечно, безусловно, таксист обязан вести в любую точку своего пассажира, куда он скажет. Потому что когда пассажир садится, 150 рублей у него уходит. И неважно, хочет ли пассажир дать на чай, не хочет, таксист обязан его отвезти и не отказываться. Ага, получается, здесь произошло недопонимание. Друзья, таксист отвез, получается, пассажира не туда, куда ему нужно было. Ему нужно было в Приволжск, а он его привез в Мирный вообще. Но, слушайте, я бы, наверное, заплатил бы в таком случае таксисту еще немножечко денег, да? И он бы его уже, соответственно, довез бы. Но учитывая, что и таксисту нужно будет снова проделывать большой путь, я считаю, что все-таки нужно, чтобы он его довез. Но еще можно будет написать, чтобы Максим ему заплатил, наверное. Всего доброго, приятного пути. Смотрите, он еще рофлит над ним, а? Он просто над ним издевается. Это издевательство. Он его выкидывает в Мирном, месте, где ему не надо быть. И желает ему приятного пути пешком. Вот, 300 рублей хватит? Хватит ему, я думаю, хватит. Для таксиста точно хватит. Все, друзья, вопрос решился. Уже пассажир пишет, голова болит. А тот ему отвечает, посмотрите у меня, бардачки, все замечательно. Он денежку ему заплатил, я думаю, они уже не будут больше ссориться, так сказать, из-за этого. И он его довезет. 39-й, что он тут забыл? Где? Опа! Опа-на! Ничего себе, как его толкает. Где он вообще находится? Слушайте, это вообще, по-моему, не его дорога. Боже ты мой, посмотрите, он просто его тащит за собой. Трамвай, пожалуйста, отпусти. Отпусти, бедный троллейбус. Авария, авария с дальнобойщиком. Слушайте, нам нужно помочь. Нам нужно решить вопрос. Слушайте, смотрите, он вообще далеко находится. Он на несколько кварталов находится от того самого места, где у него проходят провода. Боже, бедный троллейбусик, нужно ему помочь, друзья. Будем помогать, так уж и быть, дотолкаем. Ведь он верит, друзья. Если бы он захотел, он просто бы уже вышел. Автобусик, надо помогать, спасибо большое.
если бы он захотел, он бы уже давно вышел, да, и все, из троллейбуса, и пошел бы брать новый. Но он поверил в то, что, возможно, произойдет чудо, и его вернут, вернут за несколько кварталов туда. И, пожалуйста, друзья, это действительно происходит, я тебе, Федор, помогаю. Он начинает дымиться, нужно будет еще обязательно его нам починить с вами, чтобы он там где-нибудь не загорелся, не взорвался, конечно. Давай, есть, есть, друзья. Все, работяга дальше стал работать. Замечательно, сейчас его починим быстро. Готово, друзья, отлично. Миссия по спасению трамвайщика выполнена. 380D. Так, у нас тут что, авария какая-то, видимо, произошла? Вроде как не бьет. Возможно, дал ему просто пощечину, и тот сразу же написал жалобу. Типа, дэм, избивают. Скорее всего, друзья, так оно и было. Это что такое? Это что... Таксисты у нас ездят на крыше теперь, да, значит? Колесами вверх. Нормально, нормально. Друзья, я думаю, что не стоит как-то на это внимание обращать сильно. Взорвал, нормально, нормально. Это таксисты ездят на крыше, взрываются. Ну, а что такое? Тем более бомжи. Все, все в порядке. Здесь ничего, нарушений нет, все нормально. 260 дм. Давайте-ка глянь. Опа, бомжи дерутся, бомжи дерутся. Ну ничего, ничего, сейчас... Ой, он сейчас его убьет, блин. Быстрее, 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 успею, успею. Ладно, не буду уже писать, не буду писать. Есть, есть. Надеюсь, я спас его. Надеюсь, я его спас, вроде как успел. Уже не стал, друзья, писать причину, потому что, скорее всего, опоздал бы. Слава богу, успели, самое главное. Наказали, правда, нужно было, говорят, забанить, но мы его кикнули, достаточно. Так, это у нас, получается, 123-й, друзья, АФК-шер. Вот знаете, друзья, здесь нужно, чтобы разработчики сделали какой-нибудь удар током, чтобы они туда не лазили, не АФК-шили там. Опа, автобус. Автобус куда поехал? Блин, я не успел, иди посмотреть, друзья. Обалдеть. Вот это, блин, автобусики у нас, конечно. Друзья, всем привет огромный, кто пишет. Я просто, видите, с того момента, как зашел, еще ни разу не кикал ни одного, и тут начал наказывать. И поэтому пошел снова флут. Так, 497-й. Сквозь этот флут смотрим нарушение. Опа, автобус застрял, друзья. Застрял. Постоянно, постоянно застревает. Так, нужно его спасать. Срочно. Друзья, Чиппи Дейл спешать на помощь. Где-то здесь он был. Вот он, наш дорогой автобусничек. И стоит, и ждет, когда кто-то поможет. Ну и знаете, я часто вижу, как автобусники помогают друг другу, дальнобойщики их выталкивают, бывают частенько. Но мы сейчас тебе поможем. Скорее всего, теперь придется по траве ездить, но сейчас тебя вытащим, самое главное. Мари пытается обратно заехать, ладно, сейчас попробуем даже сюда его вытолкнуть. И есть, друзья, есть, нам удалось, прямо на дорогу его вытолкнули, отлично. Все, очередной автобусик спасен, не знаю, сколько там сидел, 2 часа, 3 часа, 184 АФК. Так, ну на парковочке, я смотрю, стоит, в принципе, я не знаю, когда он вышел в АФК, поэтому, может, он только что остановился просто. Поэтому пока что его здесь оставим опять, если жалоба подаст кто-нибудь еще на него же, то... Кикнем. 39-й у нас тоже АФК-шит. 365-й АФК на заводе. Много-много народного АФК-ша. Давайте тоже, наверное, глянем, друзья. Но я, опять же, не знаю. Вот не могу я просто взять сейчас и его кикнуть. Вдруг он действительно отошел за чайком. Может быть и так. Поэтому, если жалоба еще раз на него будет, например, через 2 минуты, 5 минут, мы вспомним, я думаю, и обязательно его за это накажем. Опа! Вот это удар, друзья. Притормаживайте. Ну почему? Почему они не притормаживают? А самый опасный... А поворот здесь находится, нужно следить обязательно за тем, кто выезжает с трассы. Так, походу у нас тут, друзья, сделочка сейчас будет. Давайте попробуем. 572, друзья, у нас помеху создает, по дороге бегает, ходит, стоит тут. Хотя подали жалобу как ДМ, но в любом случае, друзья, он мешает, поэтому как помеха его кикаем. Все, замечательно. Друзья, мы только что поменялись с администратором, я решил провести сделочку, но тут же, как только администратор ушел... Ко мне подбегает тот, кто продает квартиру, и говорит, что его кинули. Якобы именно в этот момент он офнулся с деньгами. Друзья, и нам сейчас будет тяжело разобраться, учитывая, что квартиру при этом продавал он. То есть, зачем ему переводить куда-то деньги, если ему должны перевести? Ситуация довольно непонятная, но сейчас будем разбираться. Докер пишет, что ему кажется, что пахнет обманом администрации. Ну, действительно странно. То есть, человек продает квартиру. Да, получается. И он же кидает кому-то деньги. Но что самое интересное, тот человек офнулся. Непонятно почему. И Денис зол. Вы посмотрите, насколько он зол. Он действительно хочет разобраться. Разберемся, Денис, не переживай. Сейчас все решим, кто, кого, за что. Он даже ник не помнит. Александр говорит какой-то. Ну как можно даже не сделать скрин? Друзья, ну хотя бы F12 тыкать, если у вас бандикамов видосов нет. Ну что это такое? Александр Вилсон. Нет такого, друзья, в сети. Нет такого в сети. Поэтому действительно человек офнулся, получается. То есть он получил деньги, просто так бы человек не вышел, друзья, понятное дело. Поэтому, скорее всего, действительно, только непонятно, зачем он передал деньги. Он сказал, что у него что-то не переводится, и кинь 450 тысяч, и я тебе сразу 600 переведу. Что? Что? Вот это, получается, тот, кто продавал квартиру, кинул
незнакомому человеку 450 тысяч и с условием того, что тот 600 ему переведет сразу же. Че за бред? Друзья, ну получается, тот Александр недаром мофнулся, ведь просто так бы он не выходил. Возможно, если Денис, конечно, такой дурачок и передал ему деньги, то понятное дело, что бомж увидел сумму и решил офнуться. Поэтому я предлагаю на всякий случай разоблокировать этого Александра. Если что, он, естественно, подаст жалобу и даст опровержение, потому что ну просто так бы он не офнулся. Вот просто взял и офнулся. Мы бы выяснили бы все, если бы он был рядом, но его нету. Поэтому есть, в принципе, подозрение, что Дениску нашего развели. Друзья, если Александр не зайдет в игру, то мы будем вынуждены Денису поверить, потому что оснований не доверять ему у нас нету в данный момент, так как действительно сделка была между ними и он офнулся. То мы, скорее всего, вынуждены будем заблокировать его до выяснения. Скорее всего, так и будет. Но пахнет, честно, очень здесь странно. Как-то нечисто. Ну, прям очень странная история. Ой, меня попросили тут перевести, значит, 450 тысяч, потому что у него там что-то залагало. Блин, это какой-то на бред смахивает. Друзья, здесь что-то очень нечисто, потому что сам Денис писал, вот мы сейчас чат смотрели, сам Денис писал, что общая цена 350 за квартиру выходит. Вместе с переводом уже. То есть, как это вообще возможно? Друзья, каким-то чудом Александр Вилсон зашел в игру. Вот сейчас-то мы и узнаем правду. Так, пошли. Бомжичек, ничего себе. Вот сейчас узнаем правду, друзья. Кто кого что. Очень странно, потому что тот Денис говорит, что общая цена якобы квартиры, по чатам посмотрели, 350 была. Что? 350? Общая, то есть уже с переводом и госом. То есть, может быть, Денис хотел развести его вообще? И почему тот вышел? Непонятно, Александр. Очень большая путаница. Друзья, Александр этот пишет, что деньги ему не кидали. Что интересно, Денис сказал, что тот получил 450 тысяч на руки, да? И просил с нас их якобы вернули, чтобы мы забанили Александра и вернули ему деньги. И получается, что Александр говорит, что ничего не получал. Можно посмотреть, окей, давай посмотри в банке, может действительно в банке закинуто. Нет, друзья, смотрите, он пишет, что у него также все осталось, ни в банке, ни наликом у него нет. Ни копеечки, получается, и не передал он, и не получил. Получается, что Денис решил его развести, потом увидел, что тот офнулся, и он воспользовался, решил ситуацией, что ли? И решил развести нас на деньги администраторов. Вы представляете, что бы сейчас было, если бы я, ну-ка, он в сети или нет? Получается, он, походу, друзья, он вышел. Он вышел из игры, его нету. Он просто смотался. Вы представляете, если бы сейчас Александр не зашел, мы бы его заблокировали просто так. Еще бы и деньги, мало ли, вернули бы тому, представляете? Обалдеть, он просто вышел. Еще раз переспросим причину, по которой вышел, просто мне не совсем понятно. Неужели, да, и нет, друзья, ну, интернет, подвел интернет и решил Денис воспользоваться этим. И теперь-то посмотрите, Дениски-то у нас нету. Денис просто куда-то убежал, скрылся и просто вышел с сервера. Он понял, что здесь ему конец. Вот его страхом было, что Александр войдет на сервер. Друзья, и здесь наглый обман администраторов. Попытался он с администраторов поиметь деньги. Вот это невероятно. Ну, на что он рассчитывал, на что он надеялся, я вообще не понимаю. Ребят, проблема полностью решилась, и все, что нам остается сделать, это просто Дениса, ай-яй-яй, Денис, просто заблокировать на 30 дней за обман администраторов. Вот это просто невероятно, друзья. Вот эта ситуация. Все, заблокирован на 30 дней. Ситуация решилась, слава богу, чуть-чуть не пострадал невинный игрок. И только из-за того, что у него выбило интернет. Поэтому, друзья, будьте внимательны обязательно в таких ситуациях. Даже, посмотрите, пытаются обмануть, даже когда администратор приходит на сделку. Вот это сверх наглость уже просто. 531 жалуется на езду задним ходом. Опа, дистанцию держим. Вот насколько мне известно, даже за такое уже игрок наказывается. И куда? И куда ты поехал? Вадим. Вадим не туда, он пропустил походу, друзья, да, он все понятно, он пытается спешить. Он пытается спешить, потому что он пропустил чекпоинт и не хочет отдавать раунд. В таком случае ему нужно просто выходить. Ой-ой-ой, ё-моё, посмотри, что происходит на заднем фоне. Обалдеть, вот это летает механик. Ты куда ты сквозь-то проезжаешь, ну Вадим, ну ё-моё, все понятно с тобой. Давайте просто возьмем и лишим за это прав. В таких случаях просто можно было выйти и все. Не занимать трамвай. Пропустил. Поэтому, друзья, 531 лишаем его прав. Все, замечательно. И получается, через 2 недели ему они вернутся. 336, помогите, пожалуйста. Что случилось? Опять, друзья, опять у нас троллейбус. Хорошо, я понял. Вызов принят. ЧПДЛ спешат на помощь. Так, мы уже здесь. Рэнди, мы уже здесь. Приехали тебя спасать. Также, друзья, ну, в принципе, он недалеко отсюда. Скорее всего, из-за аварии. Недалеко он отъехал. Поэтому толкаем. Главное, цепляйся. Цепляйся, Рэнди, обратно. Все, замечательно, друзья. Вернули.
вернули на позицию, работай. Ну что, друзья, вот так вот прошли. Интересно, на самом деле. Вот эта ситуация с разводилой очень интересно была. Вот так вот прошли админ будни. Друзья, будьте внимательны, еще раз говорю, зовите на сделки администраторов, делайте скрины, снимайте на видео в таких моментах. И обязательно читайте правила сервера на форуме, они есть, а я играл на первом сервере МТА провинции, ссылочки на игру, кто еще не играет, в описании. Всем я желаю удачи, спасибо огромное за просмотр и пока-пока-пока. Skin the color of bark, clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds, my truth bleeds right back in the arm, no scar, but I left my mark, my friend got clean, then no deed, life is just that dark, clothes smelling like trees, digging my earth, find my roots and weeds, my truth bleeds right back.